Вижу забор базы. Так, в правых кустах от забора ничего пока не видно. Вижу какую-то пристройку. Сейчас поднимусь поверх. Смотрю. Так, отсюда можем наблюдаю на пожарку. Паш, можем на пузе попробовать попался здорово. Да мы прямо здесь вот можем вот с левой стороны дорога между веб под веб пройти, и я думаю, нас не засветит. Это Чарли, мы на метке своей. Метка стоит уже около базы. Обновите свои. Обновите свои позиции. Понял, понял, идем. Метка актуальна на альфа. Тогда мы пока альфу ждем, пока вы поближе подойдете, то вместе вместе. Вижу УАЗик на территории базы. Движется на север по дороге. Куда свернул, пока не знаю. Давайте без оружия. Давайте дорога. А УАЗик с ДШК или просто? Обычный УАЗик гражданки остановился в восточной части комплекса возле КПП бункера. КПП бункер, понял. Альфа на позиции, готов атаковать. Метки буду ставить. Понял, по будете поступления. Готовы, атакуйте, там вроде как Чарли подошел. Чарли на месте, мы ждем вас, браво. Понял, мы сейчас уже метров 100 стало, да, хорошо. У нас просто на бункер сейчас выходим, на бункере, скорее всего, контакт будет. Так что, вас ждать или нет? А, через 2 минутки начинаем. Вас ждать или нет? Через 2 минутки начинаем. Окей. 2 минуты. Вазик пока что в движении. У нас на 260 у бункера. Фу, на 260 этот бункер, короче. Пошли, короче, там уже все собрались, мы как-то нормально. Возьми, уехал от бункера назад. Понял, мы сейчас торопимся, у нас 2 минуты есть, полторы прошло уже. Не могу отметить, бегу. Кидаем, 50 метров осталось до базы. Взрыв на территории. Я пулеметчик уже подох, короче, устал. Репита, да-да, позади оставайся. Мы сейчас подойдем отдохнем. Репита, там сейчас. Я медик, не нам помогу. До кустов, короче, до кустов надо дотянуть пешку. Здесь уже внимательно. Давайте в этих кустах отдохнем. Я для этого и летаю. Альфа, Чарли, вы можете начинать. Мы уже подошли. Принято, Куин. Своя ГПшка. Еще метров 10.
как будто у подножия вроде взрывается, может еще чуть-чуть. Я. Да я понял. Вперед пошли, там оставшие потом на шепот приходим. Можем, кстати, вдоль этого русла прям к стенке подойти и в спину кто-то зайти. Замечательно. Через какую прохожу? Сметку надо наведать. Через КПП по дороге зашел. Где все остальные? Ты зашел через... Я через главный ход зашел по дороге. Вижу белый дым в западной части комплекса. Пошли справа, а здесь правом есть? Белый дым в западной части комплекса. Это не наше, наверное. Понятно. Мину разминировал. Мину кто-то разминировал. Это ты поставил мин? Это нет, это другая жизнь. Там много их. Там много поставил мин. Много? Этот человек это и, наверное, умер от мин. Свои. И свои, в том числе. Меня только убили, по-моему, с запада. А ФСБ вас не трясли? Да, на него было удобно смотреть, это же ФСБ. Вот ничего не выйдет, стоит поворот, стреляет, так что. Чё? Ну, уже не стоит. Ну, хотя бы не речи, не знаю. Стоял, не стоял. Уже минус. Во-первых, да, Спитер мину украл, хотя я ему рал. Украл, да, я чтоб кама на них нету. Так нам надо было ехать корт ставить, я тебя не заметил, газанул. Прямо перед нами стоял. Стоп кама на Таится, поднять ветер. Наши так надо вытащить. Поднять, он нам ухотел. 4 человека осталось. Нет, а все, здесь в этом проходе лучше вообще не суваться. Думаешь, они это поймут? Слева, по-моему, справа же. Александр остался. Что-то как-то вообще быстро кончилось. Не дальше. Нормально. Ну, 4 человека уже осталось, какой. Не спрятаться даже не будет. А кто вот это здесь? Мальборо. Он просто на Мальборо уехал от себя. Очевидно. Ага. Даже слова не кричал. А, так я рядом с ним был, получается, наша группа пришла к нему практически. Ну, здесь вообще там подумал. Ну, я тоже к нему подумал, я меня взорвал. Теперь понятно, почему там все доминировано, столько народу. Так с пулеметами.
Ну он потому что тоже Мальборо взял, мину ушел, чё? Кто ничего не кричал? Ну, блядь, вы что, это не его ящик, наш ящик, ящик нашего отделения. С инфу дали. Вообще-то всего один ящик. У вас ещё персональные ящики какие-то. Я с тобой в ящике стоял, с ящиком, ты, я кричал, не бери мину, нет? Если бы тебя Вадик не сбил, я бы не нашел, блядь, мину. Я даже не сознавал. Я тебе минус сделаю уже. Ты что, бы чё, кричишь матом, не хочется слышать. И убегаешь сразу, берешь да. Мину и убегаешь, да? Человек минус делаешь. Когда игра качает, уже можно снова плюс. Питер, я тебе так скажу, берешь мину, человек матерится, под ноги ставишь, берешь. С удовольствием, чё, Вадик, помешал. В прошлый раз на базу так же быстро зашли, быстро все зачистили. Ну, быстрая да, миссия. А, быстро, да. Быстро. Не знаю, когда это в прошлый раз было. Не знаю, было. Нет, ты первый прожим был, потом второй раз собрали ее. А, видимо, у меня бомбанул. Первый? Да, наверное. Кто это? Если бы меня это сказал, вы убили, я бы цифру не убил. Аляска. А, Аляска, я помню, был. Жестким скином. Ой, всех красных, все. А кто это такой был? Только что меня убил. Что-то не понял, как это ГПшка. Так хорошо. Ну Кадыч, что находиться он на каком-то месте, тебя убьют все. Он так пожарку просто игнорит, все мимо прошли. Вообще-то оператор какой-то дикий, минус 5. Свога, потому что. А чем сделал? Ты на базе стоишь? Я не понял, бежу. А батут пришел? Напрям, да. Все, кто свога, они на препаратах. Резкий, как он. Была плохо. А, так красный тебе не осталось. Один чувак остался. Да, два. И я здесь, ну. Руби предателя убили. Почему? Я здесь не убил. Здесь не убил. Сколько там миссия длится? Я думал еще куча наша. Много. Сейчас, ну 40 минут будет лежать. Да сейчас быстро закончится. Ну сейчас, конечно, скайп пишет. Звезд. А как вертушка-то упала? А, сама просто налетела и... Скорость большая. Ну, одну точку. Низко летал просто все. Да, она низко пролетела. И не заметил. Аляска он сел, зачем? А там много погибло? Я только погиб и все. О, больше никого. О, в корде постоять 6, думаю, смолпал. Там никого и не было, чё им тут? Они ещё не будут так летать, когда полная группа. Репит, кстати, что-то подозревает, по-моему, чувствует. Нет, я думаю, нет. 600 часов, надо разничать, как всегда. Пиной чувствует. А это репит по мне стрелял, а не... Он, у него тактика близкая игра, только наоборот. Ну, Аляски весело играть сейчас будет. А на главном входе вот так сейчас... Так он, где... не, он на спине висит оружие, чё? Димаш, что так... два пеха шли. Кто это, блин? Я с пулемёта ещё сбил. Гарри, что ты там бомбишь? У тебя всё хорошо, ты целое отделение слил на входе. Я мог больше. Сторону, да? Да мог больше, я ж не думал, что вы все умерли. Смотрю, голова торчит, думал, свой, это американец. Надо было стрелять. Видишь, не похож на Азиза стрелять. Висмут они нашли, и Мальборо, собственно. У них такие ожидаемые места. И просто они еще не продвинулись так. Да они мимо. Просто с гранатой он прям туда, в угол. Да не, я не думаю. Я не знаю. И рядом топчется, кстати, с этим, с Висмутом, да? Да. Два человека там. Три, четыре. Ну, Клир. Да. Сколько ты на нас лил? А, ни одного. Ну, с мины, может, убил парочку. Мины, так, помню, я так тупо уже. Не-не, мину запалили. Ну, одну из них. А, Бисмут. Она точно дыра. Да, Бисмут в дырке застрял, не знаю. Я помню, кстати, я помню, как ты в нее пытался залезть и застрял в ней. Везде лезь. Давай-давай, репит. Давай-давай-давай. Где еще мины стоят? Ну чё, репит, давай. Ну, его далеко ходит. С ними пишет просто. В скайпе звонят, там, с нами говорят. Да, в скайпе позвоните репита, да?
интересно, а триггер здесь как сработает? Просто убить Азиза я сделал триггер, чтобы еще 15 минут игра шла. А там не посмотрю, есть ли триггер на смерть всей страны. А ты ее переделал? Да, я ее переделал. А че нового? Я убрал одно отделение и вот сказал я, что Азиза когда убивают, еще 15 минут есть, чтобы перебить друг друга. Поиграть. То есть Азиз якобы обязательный, но можно еще поиграть. Вдруг дурачок там будет, нас хватает. Гранату на респе все. Да. Это у нас вообще дичь какая-то на респе происходит. Вообще, меня бомбит жестко. Мин украли, тут начинают стрелять по своим. А по своим? Да, по мне. В огне убили. Просто. Машина спит, разбила, я так и не нашел. Кто-то искал, кто украл мины и стал всех валить. Ну, в смысле? В смысле? Да то есть это на клир был, да? В смысле? Кричит типа, верни мины, а у него нет ничего. А, это Каркарыч, это Каркарыч стрелял. Это Каркарыч стрелял. Вот с ним, вот он сознался. А, человек еще стреляли, играли, а он такой, типа, не лечился, дальше поехал. Да. Аляска что-то чувствует. Берется, да, не надо. По следам ищет. А можно добавить патроны для корта в ящики? Так они есть где-то. Там. Они были. Так я, мне сказали, все что говорят, есть, что я есть, поехал, их там нет. Я ну, наверное, все забрали. Нет, их, по-моему, они там и лежали. Ну, нет, так, а нет. Меня если попросили были... все забрать, ну как бы. Нет, я видел, зачем? Там только на ПКМ лежали. Ну, блин, хотя бы есть? Не знаю, я эти патроны для ПГ-18 убери. Инсургент началась. Ты, походу, думаешь, что он в этом, А, это я машину, да. Так поставил. Сейчас гранату кидать будут. Чё, кто, где? Да я вот там поставил, типа, ход заградил. А, вижу. Да, нет, ход заставили. Так, всё, сейчас будут думать, как открыть. На водилу-то сесть, чё я там? Сейчас туда каждый гранату закинет, там никого. Чё, взорвётся машина, и они сами все сдохнут, вот тут. И загорят. Спецназ штурмовать. Мы-то думали, что зачем он жарко спрятался, типа это самое очевидное место, ну блин. А это обман. Вы еще хитрее оказали. Короче, надо сказать Азизу, чтобы он сейчас вылазил и бежал просто. И спину. На другой конец карты. В Америку, да? Бежал, да, в Америку. Не, ну если они сейчас идут от него, не думаю, что они прочекают. Взрывают. Урал взорвут. Поехал. Че там? У них зачатка есть. Дом взорвут, ну. А у пожарки вас... еще вроде двери открыты. По дефолту. Пожарку главное не полетит. А теперь какая-нибудь Маша заходит. Убит. Теперь я вообще не зайти. Било кого-то? Почему нельзя было от этого все? Маршала убило. Казахи. Пожарки все пришли. Окей. Своих по одному сейчас поубил. Маршал, тебя взрывом убило. Волна? Там не получилось, пошли к пожарке. Ты еще дохлый валяется, вижу. Не могу понять, кто. О, ну в будке еще кто-то умер. А, в будке нет. Хьюман, по-моему, зафрагает. Хьюман, да че? Опять консоли админские. Админские консоли. Да, там кочегар что-то лежит, знает. Ну, а, ему все написали, ясно, палево. Лежит, он переписывается. Пускай. Да, бы я не постоянно переписывал. Напишите Хуману, горячо. Давай Иванчику напишем горячо и такой бан покажем. Да. Все, сейчас штурмовать будет. Вы на три написали же. Написали. Есть. Еще и кочегара покусили. Хьюмана убило или кого? Да. Да. Чигару еще ноги перебило. Но он жив вроде еще, не? Да. А у Мальбора есть взрывчатка? Было бы прикольно. В руках. Да. В руках. А там еще мины где-то есть? Они только заходят. Ну, спалиться, залезть на второй этаж, заманить их. По меткам? Как ебануться. Резко сменили. Вот кому они там пожарку. О, нормально. Сейчас, кого сейчас там убили? Шмальба пошла дикая. Говорю сейчас. Я мотаю им калашом, не трогайте меня, козлы. Мальба лежит, ничего не понимает. Не надо было калаш брать. Аве. Ты понимаешь, что калаш ближе? Аве расстреляли, кого там еще? Хьюман. Хьюман, да.
Он боечки, я уже спалил. Уже спалил. Последние моменты жизни. Азиза. Там уже спалил, да? Последние моменты жизни кочегара. Я спалил, ясно. Я не палил. Кто у нас очень боечников есть? Могу понять. Мальборо остался, Азиз самый главный. Почему? Ща ему гранату закинь. О. Сейчас ХПшник ловит все. Ну вот чел там боится. Да, сейчас вот класс надо показывать, как штурмовать пожарку. Мальборо насторожился. Сейчас все ворвутся и Мальборо всех убьет. Эчар, граната стоит. Вот откуда вот он мог знать, откуда, вот откуда? Что ты закинул? Пластиковый контроль? Они так резко заменили. Вы просто чек здание. Не знаешь. Не стрейкбольный ГП. А что, он взорвал это что ли? Кочегар ГПшками. Кочегар ГПшками фигачит. Вслепую вообще. Прайса нагадил. А кто еще злоб? Но они резко что-то стали мешать всем пожарки. Да ладно. Может они разговаривают, откуда вы знаете? Разговаривают. Че, сквозь стену? А, ну, может, Мальборо. Новый геморпехов? Ну, все минус прайс. Ну, это Мальборо. Че, он даже не стрелял. У него ноги были. Ой, а че это звук был? Звук какой-то был. Мега триггер. Да, все. Делать я ничего. Теперь они 15 минут будут бегать. Без матча. Короче, там нету перебить со стороны. Пусть воюют, они его перебили уже за другом.